Dive into the latest from the swimming world with Mermaids and Newts, your daily splash of sports news. Мужчины, я обращу ваше внимание на вторую дорожку. Вот тот человек, кто проиграл старт, это и есть Игорь Гривенников. Ну, во-первых, техника старта в СССР, наверное, всегда немножечко отставала. Ну, опять-таки, это наш фирменный знак. Путь дистанции не проиграть, но в технических элементах старт и поворот – это наша святая обязанность уступить сопернику как можно дольше, дабы потом, создав себе серьезные проблемы, героически их осиливать. Рядом с ним плывет представитель ГДР Крюгер. Гривенников по второй, Джон Мерфи по третий, Айви Митчелл по четвертый, это все представители Соединенных Штатов Америки. Роланд Матис, выигравший 200-метровку, он сейчас лидирует в заплыве, представляющий ГДР, ну, фактически уже вне конкуренции. Понятно, что двукратный олимпийский чемпион становится Роланд Матис. Рядом с ним Майкл Стэм по седьмой. И еще один ГДРец Ванья Луц и японец Хадаши Хонда по дорожке номер 8. Ну а что касается Роланда Матиса, то его это была Олимпиада, новый олимпийский рекорд 56-56, поистине фантастические виды скорости. Опять же, старт с воды, 72-й год, как нужно было плыть 56-56, я, честно говоря, не очень понимаю. А что касается Гривенникова, то мы видим, что он занимает пятое место на 59-50.